Здесь хлопцы сегодня хотят выразить свое отношение к выступлению лица, называющегося украинским премьер-министром Гройсманом, который пугал сегодня украинцев целый вечер верными отключениями, энергетической блокадой. А сейчас разные захлебывающиеся соплями люди, которые потеряли заработок на крови наших военных, на крови наших хлопцев на передовой, рассказывают по эфирам о коллапсе, об отключениях, о том, что тут хлопцы работают на Россию. Давайте лучше начнем с первого вопроса. Кто, как из тех, кто здесь находится, относится к заявлению Гройсмана, к его угрозам и к тому, что всех украинцев взяли заложниками за свои сверхприбыли? Есть еще несколько вопросов лицам, называющимся украинскими министрами, украинскими посадовцами. Эти вопросы задает сейчас каждый украинец. Как оказалось так, что страна оказалась полностью зависима от державы-оккупанта? Почему молчит Гройсман о том, что Украина добывает свой украинский газ? Почему он молчит, что окончание отопительного сезона совсем скоро? И что достаточно просто не передавать украинский газ нардепу Онищенко, чтобы он по коррупционным схемам его продавал, а потом его ловило на БУ по всей Европе? А нормально после окончания антрацита запасов, который закончится в конце марта, подтопиться полмесяца на газу? Вы говорите, что газ дороже угля? Негодяи, по что вы оцените жизнь наших солдат на передовой? В каких валюте?